И всем привет, друзья, с вами, как всегда, Профи. И сегодня мы будем проходить новые мини-игры от Ломичем. Я думаю, видео сильно не задержится, потому что эти мини-игры довольно легкие. Как называется? Называется новый паркур от Ломича 1. Да. Я сейчас режаю игра на режиме рандом, потому что... Я, по-моему, не проверял, но, по-моему, на Бонихопе нету такого. Ну, такой карты. Ну, короче, давайте будем проходить. Время я не буду этот превышать или не ускорять. Я буду так проходить. Потому что карта, она маленькая довольно. Есть смысл так делать-то. Еще здесь некоторые баги есть. Точно, например, стреляю. Я не уезжаю. Это как понимать? Здесь не трудно. Да тут везде не трудно. Шо? Нет, не получилось. Фух, ладно. И вот моя первая смерть. Ладно. Вот я ненавижу вот эту. Здесь мне нужно вот... Ой, нет, я сразу падаю. С пулеметом я вообще ничего не смогу пройти. Это жесть, с пулеметом ничего невозможно пройти. Это какая-то жесть. Во, другое дело. Yes, я прошел. Я думаю, сейчас всю карту сейчас пройду. Еще, кстати, здесь. Кто не знает, то что здесь лево, право, право, право. Право, лево. То есть я сейчас даже вам покажу. Бац, 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 бац и бац. Попробуйте, например, вот эту, она не... Вы сквозь нее просто попадете. И начинается небольшая жесть. На которой я просто умер как нуб. Да. Как? Ну, USP нормально. Тирым-пырым. Извините, конечно, за кашель, я приболел. Да, хотел еще это скачать, сказать в начале видео, ну ладно. Вот я такие вот маленькие сопики, их реально ненавижу. Как мне это проходить? Меня это уже бесит. О! Вот так будет лучше. Почти лучше. Мудаков! Я сейчас буду сейчас все тут на рандом же проходить. Меня так этот уровень бесит. Да не, это очень, он очень трудный. Еще, кстати, я вообще, по-моему, сегодня не мини-игры, а еще, по-моему, Боксерек сегодня не играл, поэтому я здесь такой. Наконец-то! Этот уровень изи.
Ай, не подождал. А нет. Да блин! Разработчик, сделай нормальный уровень. Блин, у меня голова, блин, чуть чешется. Да блин! Этот уровень изменили? Стоп. Да блин! Да как его пройти? Короче, я сейчас поставлю, наверное, запись. Извините за этот голос, но... Короче, сейчас поставлю запись, ну, типа, на паузу, потому что меня этот уровень уже бесит. Так что ожидайте. Короче, я уже второй раз прохожу. Так что... Давайте мы просто ничего делать не будем. Да блин! А как его тут пройти-то? Уберите это говно. Да если я там не успеваю, то как? Уровень непроходимый. О, мой красивый калашка. Короче, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Профи. Всем удачи и всем пока. Вы, наверное, сейчас спросите, почему? Ну, то есть, я не прошел карту и так далее. Потому что я не могу пройти. То есть, я до конца сейчас дошел и смысл. Ну, ладно, всем удачи.